Хей, ребят, всем привет, меня зовут Линда, и сегодня я вам покажу чит на Side MC, да-да-да, абсолютно новый, без краша и без вылета и т.д. Установка также сама будет в конце видео. Ну что же, для активации чита, то же самое, открываем кнопку Е, точнее нажимаем на нее, у нас открывается вот такая менюшечка, тут все, ну, ставим чит, в принципе, такой же, как и на Excalibur Craft, вы можете посмотреть у меня на канале. То же самое, все функции тут врубаем, там, где Оза? Сейчас. Вот. Включаем все, кроме X-Ray, там все такое. Так, включаем все. Вот так вот. Ну что, давайте я вам покажу, как биндить кнопки. Также открываем этот самый чит. Тут у нас есть такая красная строка. Пишем туда бинт. Бинт R, там, X-Ray. Так, на R у нас теперь открывается X-Ray. Все отлично. Так, ну что ж, давайте покажу, как добавлять блоки, например, X-Ray. А, да-да, и ID блока тут, любой ID, нажимаем Enter, потом все добавляется. Сюда я написала ID, потому что я не знаю его. Да-да. Ну что ж, давайте переступим к установке. Ну что же, для установки чита вам потребуется вот такой вот архив, он будет в описании. Открываем его, вот у нас есть два файла, перетаскиваем их на рабочий стол. Закрываем, архив можно брать куда-нибудь там, туда. Так, у нас тут есть два файла, да? Ну что же, для того, чтобы открыть сам Side MC, открываем вот этот лаунчер. Да, ребята, вот этот файл никуда его не сувать ни в папку, а то у вас просто не запустится чит, не будет работать. Ну что же, открываем наш джарник. Вот у нас есть такое вот подтверждение. Нажимаем Yes и OK. Все. Вот, собственно, у нас тут есть сам чит. Ну, все, ну, короче, обычный лаунчер, просто обычный. Так, дальше тут вводим логин и пароль, выбираем сервер, я выбрал Elector, начать игру, и ждем, пока запустится. Давайте я поставлю, пока поставлю на паузу, когда он запустится, я вернусь. Ну что же, вот он запустился, сам лаунчер, идем, сетевая игра. Тут у нас, ребят, все сервера, но мы должны зайти на тот сервер, который мы выбирали именно в лаунчере, да. В моем случае это Elector. Заходим на первый сервер, какой попался, заходим, манец вход. Так. Вот видите, ничего не крашивается, все отлично. Все тот же самый щит, который был в начале. То же самое, как и ее. Все работает. Тоже открываем. Ну, короче. Короче, вот, собственно. Вот сам щит. Надеюсь, вам понравилось это видео. А также поставите лайк и подпишитесь на мой канал. Оставьте какой-нибудь положительный комментарий. Я очень старался, ребят. Да, искал этот чит, все-таки нашел. Ну что же, ребят, всем пока.